Всем здоров, дорогие друзья! Давайте поиграем немножко в Антошку. Вот, так сказать, разбавим немного прохождение Резидента в Антошку. Вот. Так, судя по отзывам, игра вроде как по звуковому, из-за звукового сопровождения зашла. Вот. И... поиграем, короче, я думаю, поиграем немного. Вот, так, третий уровень у нас тут, смотри, огни, короче, мы тут тогда сдохли на огнях. Вот. Так что вот. Окей, надо, короче... Короче, нельзя попадаться на этот самый огонь. Страшно. Окей. Всё. Вышли. Вот тут у вас, короче, что-то там. Давай, Антоха. Пойдем. Искать. Что нам? Ключ, наверное, какой-нибудь опять нужно найти. Ключ или, наверное, рычаг какой-то передернуть. Окей. Так, смотрите, двери у нас открыты. Короче, вся фига игры здесь, бегать, искать ключ. Ну, давай. Стулья тут какие-то. По госпиталю тут мы разгуливаем. Так, спокойненько. И не унываем, друзья, как, видите, как Антошка не унывает. Позитивный, с улыбкой, так, в дырку и провалиться нельзя, да? Окей. Я думаю, блин, надо, короче, как-то... Какие-то склянки стоят, банки. Надо, короче, по периметру вот так проходить, короче. По стеночке, я думаю, потому что, блин, ни черта не видно. Так, здесь тупик. Окей, идем, значит, вот так. Заходим в каждую дверь. У нас здесь все одинаковое, везде все четко. Разрабам, видимо, фантазии не хватило сделать что-нибудь умные. У них вся фантазия ушла, наверное, на звуковое сопровождение. Вот. Поэтому локации, они все просто одинаковые локации. Смотри. А, штукенцы, да, как в морге, да, вот эти вот шкафы. Палата, короче, да, ты лежишь, херак сдох, и тебя сразу сюда поместили, короче, вот этот ящик. Удобно. Ничего не скажешь. Очень удобно сделали. Продуманная такая больница, продуманный такой госпиталь. Капельница. Не до капельницы. Зато мусорные ящики. Смотрите, сколько мусорных ящиков. Просто они следят за чистотой, да? Хотя вот кровище, да, кругом. Но, видать, следят за чистотой. Смотри. Нам просто надо было найти выход, что ли? Ну, окей. Погнали. Так. The Night Vision. Камера. Какая-то ночная камера там что-то. Типа найти ночную какую-то камеру, что ли? Камеру ночного видения, что ли? Так, здесь у нас закрыто. Действия никакие не делает, да? Окей. Здесь закрыто. Пойдем тут. Блин, Антохи бы, знаете, какое-нибудь ружье, он бы чисто был чуваком, короче, из какого-нибудь Дума, знаете. Просто вот. У него костюм такой прям спецназовский. Ой, это чё? Ящик пролетел.
Ой! Смотри. Главное, чтобы меня не задело. Ой. Причем так быстро летает. Какой-то полтергейст. Ой, ой, ой. Дал? Как-то... как-то странно. Как это обруливать? Ой. Видал, с какой скоростью это летит? Просто жесть. Так, ни черта я здесь не вижу, никаких камер, ничего. Может, в ящиках, может, в пакете, не знаю, мусорном. Блин. О, блин, я ж дернулся, твою мать. Что ты так... Зачем ты так? Что ты делаешь? Жесть. Я дернулся из-за того, что мне ящиком заехало. Так, что-то там... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Какой-то визор надо найти. О! Камера. Что-то работает. А что мне теперь? А теперь мне, наверное, надо... Блин, звуковое сопровождение вообще огонь. А теперь мне надо, наверное, найти выход. А выход мы, короче, найдем. Пойдем вот по этой стороне. По этой стороне. Там... Чего? Переместились. Ой, да смотри, сколько ходов. Смотри, сколько дверей. Просто. Ну давай, по порядку. По порядочку. Так, wrong path, что-то... О май гад, что-то там. Он что-то увидел, пап. Чего, блин? What the fuck, а? Что сейчас было? Что сейчас... Было, блин. Так, я туда... Да, вот. Я то сохранение сделал, то сохранение. Загрузил. Так, я что-то не понял. В чем там был сейчас прикол? Окей. Что-то это все так быстро... двигается там. И непонятно. Так, смотри. О, там, смотри, какой-то свет. Может, на него... А, это огонь. Я-то думаю, чё за свет это? Ай-яй-яй. А, мы выбрались, что ли? Нихера себе. Нихера себе. Окей, а теперь что делать? А, найти, наверное, выход. Найти, наверное... Блин, твою мать! Не надо так... Да что ты там ломаешь-то всё? Воу-воу-воу-воу! Нахер надо выход искать. Срочно надо выход искать. Здесь какая-то чертовщина. Да что ты так кричишь-то, ну? Бедные мои ушные перепонки. Окей. А, геймсейв. Геймсейв. Отлично. Сохранилось. А интересно, здесь босс будет? Блин. Хуже босяра, вот он ломится. А что мне надо найти-то сейчас? Мне что-то надо найти? Или мне надо уйти отсюда как-то, я не знаю. Ладно, ладно. Ай-яй-яй, опять летают. Наши ящики уже летают? Значит, летают. Рон! Рон, Вася, рон! Не оставь шанса мусором! Рон! Куда-то он мимо меня, короче, пробежал. Окей. Рон! Рон! Га-га-га-га-га-га-га! Твою мать, тупик! А я все, да, убежал от него, типа. Ай! Погоди, погоди. Это типа, короче, лабиринт. Смотри, что-то написано, да? Чё? Гевар, бивар. Так, нет. Ой-ой-ой-ой, ран, наверное, ран. Нет.
Ран, не ран? Ладно, не будем. Окей. Это типа был этот, наверное, мини-босс. Ой, смотри. Ловушки. Ловушечки. Ладно. Так. Какого хера гейм овер? В смысле? Я даже не дошел до нее. В смысле гейм овер? Так, какая там? Пятая? Нет. Шестая, наверное. Ай, нет, это ран. Ран, Вася, ран. Следующая, седьмая. Да, седьмая. В принципе, видели, там всего, походу, 10, да, глав, что ли, 10 уровней. Я думаю, может быть, мы за этот видос и пройдем. Это все. А зачем вот эти комнаты? Какой-нибудь лут бы лежал, не знаю, там какие-то пасхалки, не знаю, да, там что-нибудь лежало бы. То идешь и идешь прямо. Так. Закончились лазеры. Лазеры. Ай. What the fuck? Так, погоди. А в какую сторону? Хер поймешь теперь. Ну, давай, шишел, мышел, пернул, вышел. Давай сюда пойдем. Здесь тупик. Пойдем сюда. Закрыто. Заперто, блин. Ладно. Да какого хера опять гейм овер? Ты чё? О чем вообще ты ведешь глаголишь тут речь? Какой нахер гейм овер? Блин, опять заново. Ты чё? Поржал? Значит, короче, вниз прямо, прямо, прямо идти надо. И прямо, и прямо, и прямо. И все. И будет нам счастье, короче. Так, окей. Камера. Have check out. Молодец. Окей. Это мы прошли, смотри, банки склянки. Камера. В чем вообще суть игры? Я что-то не могу понять. Ну, не суть, а вообще сюжет-то есть какой-то в игре. Что вообще? Почему мы здесь? Почему мы Антошка? И почему здесь такая чертовщина творится? Что мы здесь вообще делаем? Это типа такие мини-лабиринты. Ой, смотри, смотри. Какая-то чупакабра вылезла. О! Видал? Какие-то эти пентаграммы. Сома ритуал какой-то. Тут place here. Place here. Так, а я если сюда зайду? Нет, я умру. Нет, не умру. Окей. Чё-то с ритуалом, короче. Мне ритуал какой-то надо провести, что ли, или чё? Вот эти перемещения, я вообще не... Я не понимаю. Это чё за сон больного Антохи? Ран! Ран! Какая-то довольная бабенцы за нами там бежит. Ой! Она побежит за нами? Нет? Так, одна дверь. Окей, вас издаст там. Какая-то херня. Короче, что мне надо? Выход искать? Смотри, дверь. Дверь из локет. Дверь из локет, надо ключ. Ключ найти нужно. Ищем ключ. А, рубильник. Не ключ, а рубильник. Интересно, он один или... Ну-ка, давай попробуем сейчас. К двери спуститься. Дай, дай, дай. Не дам. Все отлично. Дверь... Дверь открыл. О, смотри, смотри. Лампы.
А эти лампы, да, когда операцию делают, вот эти лампы такие светят типа, в лицо постоянно. А это что, призрак лежит? Или что это? Призрак заболел. Захандрил. Так. Я вот за... А, Silver Key, короче, надо. Окей. С правой стороны... Воу, сколько бабенцев-то! Тёлочки. Успокоились. Ух ты! А это что за слон? Что за бычара-то побежал? Так, отлично. Silver Key. Silver Key. Где выход? Отлично. Херотень. Надо, короче, почитать про игру и... Чё вообще? Что это, блин? Херня здесь творит. Ой! Коляски. Так, а чё это? Какой-то значок нарисован, да? Или чё это? Нет? Ну окей. Так, мы в морге-то... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Словно ботаны наступают. Так, восклицательные знаки какие-то, да, стоят? Понимаю. Так, погоди, а чё мне, куда мне? Have visit ground floor now. Чё там за фалос вылазит? О, да ладно, ящик открыт. Гаргона там вылезла. Так, смотри, ground floor. Кстати, уже больше 10, наверное, прошли, да? Game save. А, мы на улице, смотри, мы на улице. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя? Аллилуйя. Так. А куда мы, правильно идем, нет? Пустые всякие. Сиреневые, розовые, синие. На любой цвет и вкус, короче. Ой! Эксит дверь, короче. Знаете, опять сюда зашли. Да ну нафиг. Мы опять зашли в этот... В госпиталь. Не, чтобы свалить. Да, мы были на улице, не, чтобы свалить. Через забор бы... Ой! Через забор бы сиганул и все. Дверь из локет. Я понял, что дверь из локет. А чё мне найти надо что-то? Или... Во-во-во-во, Лекси, ты смотри, смотри, смотри. Ты безголовый. Think switch now, что-то. Короче, надо что-то нажать. Ищем рубильники. Так, здесь нихера, здесь тоже. Здесь вон дверь мигает, смотри, она из локет. Она была из локет, по-моему. Так, ладно, дверь из локет, все двери из локет, и короче. Но рубильник где-то должен быть. Дверь из локет. Вот как тут играть, если все двери закрыты? Слокет. Где рубильник? Рубильник, либо ключ. О, смотри, дверь открылась. Отлично. А, только толку. Толку от этой двери. Это офис, здесь по-любому должен быть какой-то рубильник. А блин, здесь нихера нет. Одни эти кресла, которые, не знаю, для гигантских жоп. Так, здесь мы были, здесь закрыто все. Окей. Короче, я что-то заблудился. Заплутал я нахер в ваших местах.
Так, а это, да, это я отсюда пришел. Может, где-то здесь? Может, не так далеко, в принципе. Где-нибудь здесь. О, смотри, дверь открылась. О, вот и рубильник, ё-моё. Я говорю, где-то недалеко. А он один или... Смотри, еще. Ой, ёп. Сколько здесь? Сколько здесь простыней болеет? Так, надо выход искать. Где-то он здесь был. По левую сторону, знаете? Так, теперь, наверное, попробую. Вот он. Да, дверька открылась, все. Анализис and ревел, короче. Что-то там про реву сказали. Хедсы туп 12 камер, что-то там, короче, бла-бла-бла. Оп, смотри. Это типа криповая заставка. Здесь, короче, что-то написано, но я не знаю. Murder, Doctor, Die, 50. Чего? СЛС камеры. Феномен какой-то. Короче, все. Все. Игра пройдена. Вот. За два видоса мы управились, короче. Ну, я скажу такое. Звуковое оформление круть. Да. Отлично. На 5 с плюсом. Да. Но остальное что-то как-то не знаю. Могли бы сделать их порезче. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, обязательно комментируем. Не забываем об этом. И с вами был Валерий.